Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки Work This Good. Работа это хорошо. Ладно, давай начинать. Но сначала, я думаю, можно начать с лаборатории. Запускай. Та лаборатория, которая... Та лаборатория Максима. Ну, тут много чего поменялось. Этого тут не было. Да. А что он тут делает? Стоп, я так... Это ты у Кримсона такое видел? Ну, да. У Кримсона прям такой же, только он немного нормально стоял, не на одной ноге. У него еще внутри экзоскелет есть. Как это? Вот, ну, типа, тело вот такое. А, ну ладно. Так, начнем тогда самого скучного. А нет, Ага. тут не скучно. Ну, тут можно рычаг, Так, это, мне да, вот. кажется, у Мишани. Стоп, а как ты в разные стороны? Это как? А, это таймер. А, ну само, да, так едет. Ну ладно. Дальше. Тут что-то. Ладно. Машина, пропорции. А где машина сама? Нету. Эх, ладно. Ну, ангар прикольный. Так, по технической. О, две кнопки. А то как в лифте там, в лаборатории. Было проблемы. Ой. Она просто долго закрывается сейчас, вода. Все, она глубоко уехала. Так, дальше у нас пустой ангар. Я просто не могу придумать, что сюда Тут можно кнопки добавить. нету внутри. Да? Да, не забудь Блин. это сделать. Так, фиксацию еще отключи, а то я там вижу парящий в небе вертолет. Фиксацию отключи, я там вижу просто Я парящий в отключила, небе. отключи. Там Ага. масло стоит. Вот масло. А потом до этого доберем. Теперь идем сюда. Ну тут раньше дороги не было, тут была просто такая штука. Идешь. И тут что это такое? Водопадик. Ну, водопадика, вот это что. Это игра. Просто изначально я хотел это сделать как PvP-арену, чтобы тут можно было прятаться. Вот отсылка к PvP-арене. Так, ну что у нас тут дальше? Дальше возвращаемся по мостику и вот тут посадочная полоса. Самолет. А чё у него такая длинная палка вперед? Почему у него такая длинная палка вперед? А чё два Крышка. кресла? А, крыша открывается. Не Потому что ожидал. истребители есть и двухместные. Вот, я вижу, тут есть кнопка. А нет. Где кнопка? А вот она там под. А он летать. Фью. Ну, просто летает. Ну тут в основном декор. Ну тут очень круглый он. Ха-ха, крышка самолета подпрыгивает иногда. Вообще нормально? Нет, такого раньше не было. Ага, всегда. Когда только я сажусь, тогда что-то происходит такое, да? Мифическое. До этого не было, оказывается. Влазим. Да. Теперь пойдем смотреть тот домик, который ты говорил, так хвалил, который так строил, который мне в Дискорд 1000 раз, что ли, Да. отправил. Ого! Ну, это дверь. Ну, прикольная вот. Так, Да. лаборатория. Ну, ладно. Тут там что-нибудь изменил? Да, я тут тоже изменял много чего. Ладно, убирайся оттуда, как можешь. Идем внутрь. Сейчас Да, домик открывай. посмотрим. Так, ладно, тут протиснусь, наверное. Ну, что тут у нас? Тюрьма? Ну, первый этаж, да, прямо. А почему? Я думал, это дом какой-то. Нет, это главный штаб. Ну, Кстати, допустим. вот эту решетку я делал, когда не было шпателя. Я это все вручную делал. Так. А тут что получается? Спать можно? А дверь как ты закроешь? А, нет. Я у тебя хожу или на месте стою? На месте стоишь. Ну, блин, перезайти надо. Так, ну вот я перезашел после всего этого. Так, и чё, мне куда идти? Привет. Привет. Ну ладно, я пойду по нормальному входу. Через окно не будем запрыгивать. Так, осторожно нажимаем на кнопку и протискиваемся через маленькую дырку. Да. Так, в камерах, получается, ничего нету. Двери даже не закрываются. Вот это особая камера какая-то. Картина. С картиной. Картина какая-то. Маленький шедевр Маленькая, получился. да. Так, А тут у там нас. еще комната. А тут. А Тут где? есть, вот она. Это вот такая скрытненькая комната. Ну Вот да. нажимаем, и тут можем пройти, и О, диванчик. диванчик. Это что за парящий в небе? Это стеклянный столик. Не, а что? А, ну ладно, не парящий. Так, ну здесь есть пульт, телевизор не работает. Ну ладно, я этого ожидал. Ну так-то диван прикольный. Даже потолок есть. Потолок Так, тут на всех этажах. тут кто-то сидит и отдыхает. Тут рабочий сидит, который смотрит за Так, ну преступлением. клавиатура хотя бы не кирпичная, это уже хорошо. Да. Ну тут есть все клавиши, которые необходимы. Только немного кривые. Ну да, кейпад клавиатуры нету. Эх, как обидно, некоторые роботы работать не будут. А, 60-процентная клавиатура. Так, тут у нас что? О, коврик. Ой, Э! я ничего не делал. Стоп! А что дверь-то открывается? А, не знаю. Вот, тут второй этаж. Ладно, заходим. Так, тут тоже диван какой-то более халтурный. Ну, без кругов всяких. Ну да. Так, и тут можно поспать. И еще что-то, что я не понимаю. Это Ура, мы шкаф. добрались до этого. Как этот вертолет залез. Так, понятно. Ой, нет, стой. Там есть рычаг, который может крылья. Эй, вот Вижу. Ну что, я полетел? А! он. Я думал, на шариках летать будет. Это что за бракованный вертолет какой-то? Это супербыстрый вертолет. Он останавливаться умеет? Да. Он летает со скоростью истребителя. А как ему остановиться? А вот так только, да? В воздухе не может.
А почему ты так сделала? А не нормально. Куда мне тут вообще лететь? Ну ладно, вертолет. Хорошо, что тут постройки не ломаются, а то бы от вертолета уже мало чего осталось. Так, я из него попрыгиваю тогда. Ну да. А-а-а, как из него вылезти? Нашел выход. Ай! Ничего, я по дереву заберусь. Так, пошли дальше. Ой. Его надо выключить. Это было сложно, но я смог. Заходи. Захожу. Дальше нажимаем на кнопку. А не куда? Наверх? Угу. Еще третий этаж есть. Ну, на третьем этаже кухонька. Так, вот та кухонька, про которую ты мне так... Ах, каждый скриншот. Ты мне сколько скриншотов про эту кухню отправил? Много. Очень много. Очень много. Ну, прям вообще бесконечно. Но в кухне есть все, да, что вообще нужно, но только в холодильник залезть нельзя. Зачем в холодильник залезать? Послушать там что-то. Прям в холодильнике. Ой, а тут мне немножко тесно. Ой, а мне нормально. Стульчики пошире делать надо, если еще маленькие. Так, ну что тут есть? Двойная духовка? Да. Это как? Ну, на верхней ярус курицу какую-нибудь, а на нижней картошку жарится. Так, а тут что такое? Я думал, пироги. Ладно. Тут раковина. А это что за такая сверху? Ну, ты сам не знаешь, короче. Ну, короче, да. Ну, тут только 3 этажа, да? Да. Тут дерево в каждом путешествии сопровождает нас. Ну, этому дереву немного плохо стало во время катания. А, ну, понятно. А как спускаться в них? Нет! А, вот так тоже можно. Да, только мы на второй этаж спустимся. Опа. Ну да, куда ты еще хотел? Дальше через окно можно выпрыгнуть? Ты чё? Ну, не каждый через окно выпрыгивает. Ну, ладно. Пошли вниз. Что там изменилось? Что там хаги-ваги еще не активировали? Зато я сделал шахту. Кнопку сделал хотя бы. А, меня выкинуло. Опасный у тебя лифт. Ладно, я жду, пока ты вернешься. А пока я пойду сам. Так, о, обустроено. Можно поспать. Я пока полежу, тебя подожду. Я проверю фиг. Я заблокировал двери. Проходи пока. Ой. Телепортируется. Так, дальше у нас. Куча разных всяких разноцветных конфет. А, мы еще штуку одну пропустили, интересную довольно. Стоп, тут есть кнопка. Да, много кнопок. А что они делают? Мороженое? Не знаю. Ну ладно, иди пошли. Иди за мной. Иду. Ешь конфету. Какую? Любую. Где? Вот она. Так, теперь сейчас... нужно бак со стульчиками делать. Я вижу, куда надо запрыгнуть. На вот эту подставку и потом там дальше. Ну, я посмотрел. Да. А что там за канализация? Это вентиляция. А, ну я думал... А, ну да, вон там, я вижу. Так, что тут за вентиляция? Пошли. Спускаемся. Я не знаю, как ты это строил, конечно, в таких условиях. Ну ладно, ой, куда мне бежать? Ну, получилось... А, тут сложно. Да. Ну ладно, пошли. Так, кривоватая канализация. Ой, вентиляция. Так, и куда я попал? Все, вылетели. Вызываем лифт, короче. Не, давай обратно, по вентиляции. Ой, а тут сложно. Ну да. Беги давай. Я как будто я в вентиляции, которая, где хаги-ваги был. Вентиляция с хаги-ваги? Ну, которая этот, в игре. А, в игре, да, понял. Так, все, мы выбрались обратно. Пошли. Пойдем. Вот кнопка. Кнопочку нам и такую. Пошли. Так, тут... Я его снизу вызвал. Где кнопка? Ты до сих пор не сделал кнопку, что ли? Я про верхний этаж дам. Ну, как его будем вызывать? Вот так, конечно. Ой. Ой. Да сейчас, давай, нажимай куда-то. Что-то я не то. Все, поднимается, наконец. Потом давай все-таки кнопку. А то я уже сколько. Поехали. А внизу есть кнопка, чтобы его вызывать. Ну, а наверху-то нету. Ну, наверху нету, согласен. Так, ну что, мы приехали. Вот тут, эта кнопка. Тут опять вентиляция. А, ну да. Они... Мы сюда спускались в вентиляции. Так, ну я другую сторону смотрел, конечно. Так, тут у нас что? Опять дверь? А что она не открывается? Нет, она открывается. Ой. Нет, эй! Да что творится? Ты куда? Эй, меня тут заплющило. Я сейчас к тебе на помощь. Спасите. Выбирайся. Что за этой дверью не так? Смотри, вот все. Ладно, типа этого не было. Этого не происходило. Это да, этого не было. Я в клетку. Место. Эй. Эта клетка рассчитана на одного. Или на двух, но маленьких. Меня не видно. Все. Так, ладно, пошли дальше. Ну тут ничего. Где ты? Я головой в крыше застрял. Поехали. Тебе хорошо? В небе летаешь? Да, мне замечательно. Ну ладно. Так, пошли, куда тут? Дальше вентиляция есть? Дальше нету. Да, я вижу. Стоп, чего? Поппи. Поппи. Так, тут у нас чего? Что-то... Поспать можно. Часы не тикают, да? Как-то я на одной руке сплю. Ну все, а чё? Так, машинка. Ну пошли туда, дальше. Привет, выключаем за собой. Что там написано за решетками? Не, не, не. Что там написано? Что там написано? Что там написано? Не помню. Ну ладно. Так, ну тут ты не доделал? Да, я что там? А, я вообще в бездну. Да, сквозь прошел. Ой.
Портал там поставь, портал обычный. Я тоже уже улетел. Портал поставь. Да, сейчас. И перекрась его в белый. Ай! Не там портал поставил. Все, я поставил. Перекрась его в белый. Да не тут же, тут я уже поставил. Уже не надо. Там надо внизу было портал поставить. Ладно, пошли быстренько на юрист тайм. Вот, все. А, ну ладно. Заходи в портал. Тоже. Убери портал. А что там вообще внизу? Ну там, я понял. Сломанный лифт, который застрял. А, там в бездну проход. Ладно, не будем. Так, ну здесь ничего не будет. Да. Ни капель. Прям вон, хаги-лаги. Как был синий, так и остался. А что, он зеленым должен быть? Нет. Эй, меня куда столкнули? А пошли этот туда, наружу. Да. Только мне дверь открой. Ой. Выбираемся из лаборатории. Нам надо выбраться за 10. 10 секунд? Нет, минут, полминуты. Минута? Поехали. Ты куда? Ой. Ты что, лифт подрявил? Мы просто слишком большие для этого лифта. Нет. Теперь будем паркурить. О, хорошая идея. А, вернемся на базу. Я упал. Столько мастера паркура смогут пройти. Ну, я уже... Выбрался. Я еще выбираюсь. Ладно, все, пошли наружу. Только лифты не ломай. Хотя стой. Мы же можем по вентиляции пройти. А, через портал тоже может? Ой. Я вначале поставил. Так должно быть? Кабак со стульчиком. Ну, забыл. Ой. Вентиляцию нужно везде сделать, а то если вот так удалишь нечаянно, чтобы не паркурить. Эх, не толкайся там. Все, бежим отсюда. Куда тут бежать-то? Вперед. Я в бездну. Я в бездну взлетел. Да. Я нечаянно как-то каким-то образом из вентиляции. Так, все тогда, давай. Дальше, что еще не показывал. Так, ну здесь мы уже все посмотрели в оборот. Сейчас все будет в Сондорове. Нигде. В водопаде. Ладно, давай дальше тогда. Смотри. Могу показать гоночный болид.